Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение моего ФФА сериала «За ацтеков» на восьмерых на карте Фрактал. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Пятеро синхрон грек. Тебя подождать, пока ты загрузишься, я думаю. Да, подожди. Скажет. Надеюсь, это будет раньше, чем 40 секунд до конца таймера. Да, здесь просел во всем, конечно. Inventions have been so simple as in peace, one is despoiled by mercenaries. Блин, что-то я затупил с рыцарями. Слегка. Забыл, что эта карточка не здесь находится на самом деле. Да, ну, мне рыцаря все равно надо построить. Но он будет строиться 8 ходов. Здесь побыстрее. 4, отлично. То есть ни у кого на 81-м ходу нет золота для... небольшого количества золота для поддержания армии? Сколько тебе надо? У меня есть 30 ход. 30 это немного считается сегодня. Да ну копейки. Я могу тебе 10 вход дать. Кто-нибудь еще ему даст деньги? Ну... я могу 10 тоже. Я могу 30 дать. Кстати, Рим справа от тебя, Леша. И что? Ну, я помню, ты говорил, что не знаешь, где он. Так там и Спарта тоже. Нет, Спарта, ну, наверху. А Рим прям ровно справа. Тебе нужно.
Грек, ты можешь сам попросить? Я просто не успеваю, честно говоря. Хорошо. О, а вот и Рим. Горга, я готов с тобой замириться, если ты пообещаешь Амстердам больше не союзить. Ну хорошо. Ну насколько долго? Да мне вообще нету смысла с тобой воевать как-то особо. Не-не, теперь моя очередь защитником Вера пользоваться. Так, если что, я Периклу дал 10 золота в ход. Нет, ну. Вот так лучше. Ты сейчас готов пожертвовать развитием так сильно, чтобы просто упороться? Вообще-то у меня, в принципе, олигархия. У меня-то не было 70 культур вход. Ну да, тут в меркантилизм или там в монархию... Сейчас перезайду. Только ты один вышел. Да, мечника зря я тут, конечно, потерял. Не знаю, наверное, паузу надо поставить. А, стоп, у него все войска вообще разбежались. Слышь, Грек? Подожди, сейчас я их соберу назад. Ну ты их пока будешь собирать, будет только через пару ходов. Если они во все стороны. Это лучше, чем грузить. Ну смотри, сам. Зайдет камень. Да блин. Вот зашел. Вот то, что я теряю. Там на том ходе уже был неважно, у него все юниты уже убежали.
прокачиваю коников. Ну, сейчас я Амстердам сделаю союзником. В общем, ты, Грек, я могу с тобой мир заключить, если ты мне форсану отдашь. Милет, я тебе, пожалуй, даже верну обратно. Грек, ты здесь? Какое-то персональное игнорирование. Меня слышно, в общем? Да. Да, слышно. Понятно. Правительство Конго сменилось на торговую республику. Денег что-то нету. What gunpowder did for war? Тигр. Да, в Циви, конечно, партии длятся долго, а вот в глобальной космической стратегии consolewar.ru еще дольше, месяцами. Правда, там, конечно, не надо постоянно находиться в игре, и ваше время расходуется более экономно. Кстати, по игровым событиям рисуются и выпускаются комиксы. События в игре влияют на сюжеты комиксов и наоборот. Так что заходите на сайт consolewar.ru и участвуйте в игре, ссылка в описании. Не забудьте указать секретную фразу «Лёша играет» и получить бонусы. Курдезас, ты тут нас слышишь? Ну, в TeamSpeak, ой, в Discord он есть. Он просто не хочет с нами общаться. Может, поздно уже, может, дети спят.
прыжка на 10, не хочешь за него убить? Чё-то какая-то долгая партия получается. А мы её ещё играть, играть, играть. Ты хотел быстренько всех вынести, да? Я думал, как-то это побыстрее пойдет. Надо было Арчи оставить, просто он справился. Я вам скажу, что еще половина. Сколько мы уже играем? 3 часа? Вот еще 3 часа. Я еще убью. Да. Я тебя не убил. Греция, ты, я так понял, ты на меня идешь нападать? Я тебе говорил, что ты далеко город ставишься. Рим, не волнуйся, он, видишь, он мне Женеву не даст, на тебя нападает. Я думаю, тут разберемся. Просто хочу уже напасть, чтобы арбалетчика убить рыцарем. Ты, по крайней мере, смысла нападать. Надо ускорить этот район. Кстати, я забыл, что такое. Грей, меня слышно, нет? Ну вот сейчас, да. В общем, чё? Я хочу, чтобы ты все города отдал. Ну не, Фарсалонки не дам. Нет, ты не понял. Не Милет и Фарсалу, вообще все города. А, ну тогда да. Тогда ладно. А я решил вынести, не забирать, оставлю его, пускай живет. У меня тут 5 послов, жалко. Ты мои города, вот эти 2 города назад вернешь, то я согласен. Так, это... Я надеюсь, что все-таки подойдет, там... Американец, и мы вместе разбавим. Американцы очень слабая армия здесь будет. Он ни твой бонус не будет получать, ни свой континентальный, вообще ничего не будет получать. Взял, увел куда-то юниты, ну блин. А, 7 ходов, ну ё-моё. Ну, хоть Брюсселю могу объявить. Ну, это какая-то... Ну, это тупость. Блин. Мне надо кого-то убить рыцарем.
Ну, судя по тому, что у Рима войск нет, он сейчас упадет быстро. Да, Рим? Скорее всего, да. Ты помоги там человеку. Или помоги другому человеку. Чтобы целиком не... Греку помочь? Злой стык опять там бушует. Нет, это уже... Ну, ладно, пускай все считают, что это я бушую. Все-таки он нашел, это, с кого шкуру снять. We shall not cease from exploration. Слушай, Леш, ты не хочешь союз? Давай. Что? Ты же открыл посылку? Нет. Понял. Но мне два хода. Хоть один юнит сюда, пожалуйста. Мне надо убить кого... О, отлично. District is the version of past events that people have decided to agree upon. Yeah. Это здорово. Три хода. Вообще это неплохой, конечно, бонус. Столько арбалетик.
Отлично. Один ход остался. Отлично. Сейчас я все апну в кавалерию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И на 13 кавалерию. Выше крыши я Женеве когда смогу объявить войну? 5 ход. 4 хода придется подождать. Так, кавалерия готова. Сколько? 45 дал? Не, 95. Тогда только крутые АПМ. Выполнили задание Женевы. Но Женеву это не спасет. Так, из так сколько бегает? Из где-то из Шучи. Ага, из Шучи Калика не бегает. А, вот он как раз закончил бегать. Блин, что-то я не успел все апнуть. Without mathematics, the taxpayer. That's someone who works for the federal government, but doesn't have to take the civil service. Прихода. Так, давайте проверять, значит, из Тескока
бегает, из Икс-Тополуки бегает, из Шичикалька бегает, из Уэшотлы бегает, из Ас... Ага. Из вот этой фигни не бегает. Алёша, сделку посмотри. Блин, бедный Арчи. То есть у него вообще не было шансов, походу. Ну вот я не знаю вообще, что это такое. То есть, вот это вот испанский спот называется. Здесь тут даже идти было некуда, то есть, ну это везде. Справа, слева вода. Серёга Грейер синхрон, так что если кто воюет с ним, не нападайте. Два хода. Я загрузился. Плохо у них тут. Я Женеву беру. Тут не о чем договариваться. Это, во-первых, он рядом со мной город, да, во-вторых, он... Вот эти два игрока очень круто науки получают с него. Не успевают остроить.
We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. We can no more have exact religious thinking without the... Так, а я, по-моему, уже все апнул. Угу. Я строю рыцари, потому что они апаются в танке. Кавалерия как бы у меня есть. Рыцари дешевле, и я планирую выйти в танки. Открываю селитру, чтобы ускорить открытие нарезных стволов. Ну и кроме того, мне... А, ну и тем более она все равно мне нужна... Так, мне нужна оружейная. Вот я ее сейчас открою. Болельщики есть. Еще военный инженер нужен будет. Америка там тебе кинул сделочку маленькую. Брюссель тут не больно по кавалерии бьет. Его кавалерия без прокачек вообще. Плюс у меня сила добавляется. Напомню, способность. Плюс один к боевой мощи за каждый обрабатываемый редкий ресурс на территории ацтеков. У меня ресурсов. Раз, два, три, четыре. Ну, вроде как четыре. Да, тут уже без осадной башни все берется. Биг, так можно Женеву забрать? Ну, сейчас
если вряд ли не так будет. Медика еще раз там путь килте. Так, кстати, а что там насчет всех этих таранов, осадных башен? Мы их как-то фиксили или мы их используем после промышленного, не используем? Это ты увидел осадную башню около Женевы? Ну, она мне напомнила. Ну, я, честно говоря, напал двумя кавалериями и понял, что мне осадная башня там просто не нужна вообще. Ну, 45 защиты, конечно, тебе там не нужна. Но, ну, вообще, надо как-то ее не использовать. Но я забыл конкретно, после чего мы ее не используем. Когда вышли во рту, по-моему, или после когда... После рыцарей раньше не использовали. То есть с мушкетерами уже нельзя было. По-моему, когда в литье, то есть вот на уровне литья, типа, ты открываешь бомбарда, когда выходишь, или именно мушкетеры? Неважно, в общем, последний юнит — это рыцари. Окей. С бомбардами ты можешь использовать таран, пожалуйста, в чем смысл? Ну, потому что бомбарды, да, бомбарды — это и есть осадный юнит следующий. Ну, да, о том и речь. То есть ты... Ну, с мушкетерами, типа, запрещали раньше. Как сейчас, я не знаю. Last. О, ускорение для нарезных стволов, потому что... Так, теперь надо оружейную построить. Пять ходов, блин. Успел выбрать прокачку. Каждый раз то, что она сбрасывается, это тоже полный бред. Перекупил Амстердам со злости у меня, Биг. А у Горгота Килиманджаро, причем с очень такими офигенными клетками рядом. Вот у тебя здорово получится. Что?
Рим, ты там держишься? Или уже все? Рим. Блин, Конго, почему мне идет звук о том, как ты апаешь свои? Потому что ты это видишь. Четыре туда отправил. Откуда он берет, интересно? Может захватить Амстердам, чтобы ни ему, ни мне. Мейк, а почему с тобой срыв не могу сделать? Не знаю, почему. Так, перс у нас тут. Американец внизу. Good navy is not a provocation to war. It is the surest guarantee of. Так, скидка на улучшение можно убирать, я думаю. Театральную давайте для кампуса поставим. А возьму-ка я Брюссель. В принципе. Ну. Астрология не открыта. Не, давайте образование. С клетом до великого ученого. Фига себе, в Греции.
что за американский арбит? Ты меня нападаешь, что ли, собрал? Контрпредложение. Американцы, ты мне посольство скинь, тогда, может быть, мы с тобой сделаем союз. Конго. Вот, а что я нашел? Да, да, ничего себе. Прикинь, там сейчас посел. И прям там ставь. Ну а что там, дома есть готовые. Просто флаг новый вывести. Блин, надо было сначала арбалетом обстрелять. Так бы уже захватил, наверное. Да, и тут суровые войны. Нету денег, Тельнап. То есть мне надо горго выносить. Получается. Should make his son learn some useful trade or profession, so that in these days of changing fortunes, they may have something tangible to fall back on. Every man should make his son learn some useful. Рим, посмотри сделку, пожалуйста.
Блин, все с прокачкой. Мне можно выходить уже? Кому? Рим. А что, у тебя столицу взяли? Мне все взяли. Я ж тебе только что город отдал. Ну вообще, если мало. Хочешь... Я так Рима не увидел. Забирай себе города. Я ушел. Ну, спасибо за игру. Все дороги ведут в Рим. Вообще, мне кажется, что тут уже ГГ, честно говоря. Товарищам Зимбабве. Ну, я не согласен. А чем Гре воюет? Кавалерией и пушками? Корсарами. Да, кавалериями. Да, кавалериями. Пока только кавалерией. Там кто-то еще вышел в кавалерию? Я последний вот навожу стрелочку и не видно какой-то баг. Прошу сказать, кто не вышел в кавалерию. It is the mark of an educated mind. Ну, на этом все, список окончен. Если мне кажется, что надо скооперироваться и с Конго попробовать это сделать. Да нет, тут с ним уже ничего не сделаешь. У него вход на ути дофига. Я правда не знаю, сколько у Халецкого. А что, ты меня не видишь? Смотреть. Нет, нет, я его не встретил. Ну тогда да. Что, пока я могу сказать, что 6 у лидера. 95. Ну, это как у меня практически. Ну, а у этого 136, мне кажется.
Да, имеет ли тут смысл вот реально продолжать? Ну, у вас нету смысла. Ну, Горго, если ты мне Амстердам отдаешь, и у тебя тут к Женеве и Брюсселю нету претензий, то можем и замириться. Я Греции еще миллиард лет назад мед предлагал. Ну давай, для начала замиримся и попробуем что-нибудь сделать с Горго, потому что я чувствую прогноз. Никто ничего не сможет сделать. А что ты будешь, а что ты собираешься делать, мне интересно? Я, что я могу сделать, я понимаю. The real use of gunpowder. In diplomacy, there are two kinds of problems. Small. А то я, в принципе, смогу здесь разбить. Я выхожу. Всем спасибо за игру. Да. Тебе спасибо, да. Пока. Пока. Так что делать будем? Я просто думаю, то, что мы воюем, и никого из нас победить не предвидит. Ну, я с тобой воюю, потому что ты мне не хотел Женеву отдавать. Ну, тебя она уже... Ты захватил Рим, мне нужны были Женева. И Амстердам, чтобы он был моим союзником. Если тебя эти условия устраивают, пошли Конго. То есть вы воюете, а Конго тем временем расширяется. А чё ты смеешься? Вообще-то Горго только что Рим уничтожил полностью, захватил весь Рим. А я при этом захватываю тут ГГшки. То есть мы тоже что-то делаем для себя, не волнуйся. Да, только как бы не после было, а потом. Да нет отрыва, вообще 30 науки отрыва, это смешно. Когда там 500 и 150, тогда есть о чем говорить. Ну, тут дело не в отрыве, а дело в производстве. Что в производстве? У меня нет производства. У меня джунгли сплошные. Ну вот, видишь, у меня тоже не особо производство. Тебе остеи нужна? Нет, можешь захватывать. Если у вас нормальное производство, конечно, тогда, может быть, someone, вы сможете что-нибудь противопоставить. А почему Остин стал 65 защитным? Интересно. Видимо, компьютер... Что... Ну, не волнуйся, там стен нету, должен забрать. Если у тебя там кавалерия... Похоже, Греция сейчас падет, да? И
Затем я, потому что я тоже не удержу. Господи, пожалуйста, говорили, где? Где проход к кости. А я... Это кавалерия, которая отошла... А, понял. О, Конго замирилась с Грецией так быстро. Да, даже не ожидал. Да я всю игру вою, я устал. Я мухожук. Я с самого начала считал, что это вообще глупая война была с ее стороны. Да не, в какой-то момент мы одновременно вышли в юнит, в корпуса и в какой-то была разница ходов 5. А вот я сейчас ученого взял, там дает плюс 4 универам. Всем универам или только в одном городе? Всем. Всем? Поэтому у нас есть цель. Я сейчас посмотрю, насколько у меня наука лучше станет. Грек, скажи, а юниты Конго сверху от тебя, да? Да. То есть он не проходит там, где Фарсала и Милет, вот по этой дороге? Земля. Чтобы он мог вернуть свои войска. Чего я не понял, ты пропадал сейчас? Что-то ты ему там земли какие-то или что? Я ему границы открыл, поэтому назад возвращает свои войска. То есть может их вернуть назад, может, например, куда угодно пройти по моей земле сейчас.
Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.